Хола Амиго, снова вы, снова я и мы идем в недра ада на сражение с Алекс. Я думаю, что это уже конец игры, потому что эпичность прошлой серии уже и так зашкалила. Хуже быть просто не может, поэтому я думаю, что это сейчас будет уже концовочка. Но мы грузимся. И мультик. Дильда малиновая, видели? Я все еще могу, говорит, уничтожить свой вибратор и останусь вообще одна. А, она в себя еще вируса шернула. Сука, чтоб ты, блядь, в трилобита превратилась. У Эскеров-то, я смотрю, вся семейка ебанутая. Любят втыкать в себя шприцы с непонятной хуйней. Она говорит, Маталья. Она за пределы чего хочет выйти, блядь? О, я видел ее жопу. Я видел ее перемень. Вообще такой босс был в четвертой части. Огромный такой чел. Он выходил в рясе в какой-то. Когда с ним начали драться, он просто разделился пополам. И это что-то типа того же, если так смотрю. Ты ее не получишь, сука, Вескер. Вескер, сука, противная. Уничтожьте Алекс. Вот это да. Итак, ну что ж, время для последнего рывка. Время надрать задницу очередному члену семейки Вескер. В этом нам, конечно же, незаменимую помощь окажет пустая бутылка. Что еще можно положить перед последним боссом? Не патроны же для Магнума, да? Блять, я даже не запомню толком, что из чего крафтится. Зачем-то сделал еще одну дымовую бутылку. Вообще, сколько всего, оказывается, можно сделать из пустой бутылки. Не только коктейль Молотова, видали? Барри мега опытный спецназовец, что только не умеет. А тут уже все взорвано до нас. Интересно, интересно. Что за звук был? А, вон она ходит. Заебись. Я протер себе глаза только чтобы сдохнуть, да? Судя по всему. Она не дает мне полечиться, она меня пинает, блядь. Натаха, блядь, отвлеки ее, что ли, сделай что-нибудь. Не-не-не, мне нравится огонь в этой игре, мне нравится, что всем на него похуй. Никто не горит насмерть. Вот теперь эта тварь что-то почувствовала. Так, где у нее уязвимое место? В гландах. В горле. Надо и вставить в рот свой меч-кладенец, блин. Мне кажется, что от нее сейчас убегать надо, чем с ней драться. А, нет. Просто вот эти всякие лесенки, которые здесь видно, это для чего? Для того же, для чего и там рояль стоит, для красоты. По традиции она ломает полки. А из сломанных полок валятся аптеки. Вернее, патроны.
Я что-то пока вообще ни хера не понимаю. Вижу, что Натаха лежит, походу, там. Перед плевком она встает на дыбы. Видимо, в это время надо ей расстреливать. Блять. Индикатор жизни просто полное говно. Я никогда не понимаю, когда пора лечиться. От дымоухи больше вреда, чем пользы, конечно, базара нет. Да ёб твою мать. Какой дебильный босс, сука. С другой стороны, сиськи, опять же, вообще секси. Да, с третьей стороны, блядь, на джойстике пытаться ее убить, это все равно, что я не знаю, пытаться ногами машину вести. Нажимая руками педали причем. Не, можно, конечно, но нихуя не поправил. Заебись. У нее из очка торчат такие провода, как будто она из матрицы вылезла. Ни хрена не понимаю, как с ней биться-то. Или тут Lucky Punch, достаточно один раз попасть ей в гланды, но попасть. Или надо переключиться на Натаху и что-нибудь сколдовать. Звуки несварения какого-то раздаются. А вон она. Да. Я бы мог от нее убегать, конечно, постоянно. Но хули его толку-то? Хайкик в левый глаз, и что? Вот сейчас надо было попасть ей в жбан. Я могу только тебе, блядь, дымовых накидать. В сотый раз говорю, надеяться на то, что задохнешься и сдохнешь. А, еще у меня 11 выстрелов для снайперки, вау. 16 даже. Но это такая снайперка, что, блядь, самому без нее не застрелиться. Вот как. Господи. Ну и чё? Патроны магнум лежали здесь, смотрите-ка, нихера себе. Ночь какая-то спустилась. Наугад, наугад, наугад. Шмаляй, шмаляй, наугад. Мне кажется, что я делаю что-то, ну, очень глупое. И я сдох. Ну что ж, неплохо. А, я еще жив. Ну что ж, еще лучше. Куда она постоянно, сука, лезет, я не понимаю. Может,
Нужно лестницу стряхнуть сюда. Хрен в нос. Почему она просто не придет и не добьет? Что ей мешает? Отлично. О, да. Я попал перед смертью. Сука. Игра щедро дает неслыханную подсказку о том, что Наталья видит, когда Алекс прячется в вентиляции. Но что мне это дает? Информация о том, где прячется Алекс в вентиляции. А не дает мне вообще ничего, потому что я не знаю, что мне делать, когда она прячется в своей ебучей вентиляции. Идти подальше или что? Или наоборот, нападать. Я как бы даже намека не увидел от разработчиков, ни намека на то, чего они хотят, чтобы я сделал. Бежать, не бежать, стрелять, не стрелять, чего надо-то? Какое-то время... Какое-то время она дает мне, чтобы я что-то делал. Эй, тюк, тюк. Сука, сломай замочек. Сейчас Натаха ничего не видит. Ага. Что ж, попробуем снова убить дедовским способом. Блять, вообще пиздата. Молодец, хоть лобовое протирать не забыл. Уж, блядь, во всех частях резьбы огонь был беспроигрышной хуйней. Но только не в этой. Наталья что должна с ней сделать? Наталья, он бросает свои кирпичики, но что-то толку от этого вообще ни хрена. Какие-то яйца за ней болтаются по полу. У нее то вырастает это говно там. Кто не вырастает. Чего за маневры она тут выделывает? Куда лезет она? Что она туда лезет? Зачем? Ну, допустим. Как бы и что? Ну, залезла она туда. Ну и дальше что? Хуйня албанская. Из ее жопы еще и патроны вываливаются, как я понял. Я так понимаю, что надо по башке хуячить. Вон, да, башка у нее, походу, должна оторваться. А, сейчас почему-то она все задымила. Там, по крайней мере.
Она такое ощущение, что чистый воздух ломает. Ой, вот и рояль подвергся надругательству. Может быть, что-то теперь будет написано здесь? Например, нихуя. Как вы увезли не эти? Я же находил эти. В сейфоголовом я находил эти. Кусок записки. И так до конца игры, блядь, эти куски записки никто не прочитал, как я понял. Кусок записки, блядь. О-о-о. Как она умеет делать. Она сдохла там, что ли, сейчас? Она сдохла. Она задохнулась все-таки. Я верил, я знал. Ну, конечно же, финальная агония. Давай, Натаха, влупи ей чем-нибудь. Бей кирпичиком и похари. Беспроигрышный вариант. Загрузка, ну. Видимо, бой Натальи с Алекс это отдельный уровень. Нет, это отдельный мультик. Профессионально сделанный. Редкость для этой игры, ну. Вон, видите, она вся в оживших кишках. Это неугомонный Ураборос. Давай, Натах. А в принципе, Алекс, ты еще ничего такая, можно было бы вдуть. Если найдешь куда. И угадайте, кто это опытной рукой вел стрельбу сейчас? Да-да-да. Она самая великая пацифистка Мойра. Научилась стрелять со второго раза. И да, она не умерла. И да, появился новый костюм под названием «Выжившая». Поэтому так я и спалил, что она выживет. Хэппи-энд притянут за уши. Радости никакой не вызывает. Как говорится, сюжет без драмы, это как, я не знаю. Сюжет без драмы, как лодка без весел. Вроде плавает, но никуда не уплывешь. Ну что, еще будет замес напоследок? Ой, как они хором. Ну, значит, если Мойра здесь, то где... А, нет, тут бабенку уже эвакуировали. Сейчас Леон прилетит и всех убьет. Всех спасет, то есть, ну... Блять, я просто пророк Мухаммед. Но это не Леон, это... Бабенка. Да-да-да. Леон там за штурвалом сидит, для бы. Без него резьба невозможна. Она все-таки СВД забрала с моста, смотрите. Зашибись. Прилетела на вертолете, ой. Ну, вы ее добьете когда-нибудь сегодня, или мы, блядь, пытать будем нахер, в плен возьмем? Дай-ка я ее в рукопашную отпиздяхаю, блядь. Ты, если такой, блядь, крутой, нахуй, как просто спуск, блядь, с Эвереста, ты чё её раньше-то не ухлопал? Now, у меня есть мой магнум. Ну да. С которого ты как, сука, в первой части Резидента не мог обычного зомби убить. То есть, ну, блядь, красивый понт дороже денег, это да, но походу стрелять придется мне. А они улетели. Они говорят, ладно, мы тебя ждать не будем. Не будем, пошел в очко. И вот теперь начинается финальный файтинг, да? Супер, бля. Супер тупой бой. Который вообще нахрен быть не должно было. Или чё?
А, уничтожьте, Алекс. О! Снова чей-то орешек в кадре. Это же, блядь, Dark Souls какой-то. Куда ближе подманить, и так на обрыве. Ой, я снайперка. Бам. Бам, блядь. Бам, нахуй. Ой, а патрончики-то не вечные. А, не, вечные. Она их из жопы достает. Пич-пич! Угадайте, у кого нет патронов и кто не может ходить, блядь. Барри! Пиздец, какой бред. Почему он не ходит? Ты чё, бля, ёбнутый? Барри, блядь. Я вот на джойстике уже. На джойстике он может ходить. А на клавиатуре он не мог ходить. Охеренно. Заебись. Так бывает, когда игра сделана, блядь, руками выросшими, блядь, немножко из жопы. А это нахуй всё равно, что болезнь. Поэтому я сейчас играю снайпер... То есть, сука, стреляю сейчас со снайперки, блядь, мышкой. А бегаю, блядь, на джойстике. Супер, блядь. То ли я ебанько, то ли игра ебанутая. На нахуй. Блять, да ты можешь нахуй не трясти, пиздец. Снова как будто с другом в батлу играю, блять. Когда он нахуй. Давай на вертолет, давай на вертолет. И начинается ебля. Да блять. Сука, джойстик, 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 да. Отъебись, нахуй. Отъебись, я тебе базарю, бля, иди в жопу, нахуй. Да заебал ты, зарядишь свой пистолетик, блядский. Пиздец, мудак, нахуй, недоделанный, блядь. Этот Барри, блядь, это просто находка, нахуй, дома дебилов, блядь. Заебал, он так, нахуй, не заряжен, что ли? А, и сейчас, наверное, он будет не заряжен, потому что... Боже мой, какое ебланское управление здесь, блядь. Какая, нахуй, блядь, просто абсолютно... Даже с точки зрения кооператива это полная ересь, блядь, то, что происходит. Я даже не знаю, ее можно с вертолета затрахать или надо на бочке заманивать. Я даже не знаю, почему у нас вертолет пролетел с одним прожектором, но без пулемета, нахрен, нормального. Я помню, когда вертолет пролетел в битве с Вескером, блин. Но он принес две ракетницы. Мазевые. Да-да, я на джойстике нихуя не попадаю. Вот сейчас он что-то раком стоит. А Барри опять перезаряжается. Барри гений, блядь, перезарядки просто. Еще круган. Плэр Дебэ... О! Легок на помине, бля. Вот не раньше же, да не позже. Ну, где она там? А. Конечно, пора покончить, бля. Две ракеты в сорокатан, блин, и до свидания. Да. Тупость этого сражения... Просто зашкаливает. Вообще-то, в принципе, идея это хорошая, реализация говно. Как она смотрит на эту ракету, блин. Как будто пытается ее взглядом победить. Да что еще за клитор горит? Отлетели какие-то слюни из нее.
такой взрыв, как будто, я не знаю, ядерной боеголовкой выстрелил из РПГшки. А кто там третий в самом вертолете сидел только что? Вы видели, что там три человека в вертолете оказалось? Или меня глючит? Ну дайте же план вертолета-то из кабины, ну. Раз, два, три. А, мелкая, точно, ёпти. Забыл уже про неё. Я думал, её уронили. Так смешно, так смешно. Ну-ну, а это наши в Крым полетели, ёпт. So, what are you gonna do now, Barry? I'm gonna go back to being a father. Вдул бы я Мойре, ё-моё. Ой, боже. Да. Как и в первой части, они улетают в вертолете на восход. Красота неописуемая. Наконец-то я, блин, прошел это дерьмо. Боже, какая это была паршивая игра. Она могла бы быть хорошей, но она дерьмо. Значит, планируется экспериментальный выпуск одной программы, основанной, так сказать, на высказывании мнений различными людьми, но в основном меня. Если хотите, чтобы, как бы, но ваше мнение об, исключительно на данный момент, об этой игре, об Resident Evil Revelations 2, ну или о судьбе Капкома, или вообще, если вам есть что сказать по поводу игры или около нее, пишите коммент либо под этим видео, либо, я думаю, тема в группе появится, и мы прочитаем это все в экспериментальном выпуске, ну, который будет со дня на день. Ну, а пока что всем удачи, всем хреначи, и манал я этот Капком вместе со всеми их резидентами. Адью. Ну и, конечно, суперфирменная фишка мультик после титров. Скажи Пирсу. За кем? За Крисом, что ли? Сейчас мы узнаем, что они установили Наталью и живут теперь счастливой семьей. Ну да. Я же говорил. Единственное только, что я не ожидал, что разработчик настолько фуфлыжен и оставит Мойру в живых. Я думал, она умрет. Чушь полная. И стала Наталья злой. И превратился их город в Silent Hill. Супер намек, классно. Хвалю, блин. Пошли вы. Снайперский костюм Клэр. Ух ты, ух ты. Фигурка гниль. Да засуньте свои бонусы себе в очко. Закрыть. Все. На этом точно адью.